Всем привет! Сегодня я получила свой заказик от компании Avon и хочу с вами поделиться. Наверное, первые продукты это будут кремы для рук серии Avon Care. У меня вот такой увлажняющий с глицерином, кальцием и витамином Е. И такой же самый, только это лимитка. Очень хорошие кремы для рук, они хорошо увлажняют кожу. Моментально устраняют сухость, ее мне не очень нравится, беру их очень-очень давно. И следующий продукт это тоже крем для рук с минералами, золотая серия, крем для рук с минералами. Очень хороший тоже крем, очень меня порадовал, очень приятно он пахнет. У меня когда-то был гель и лосьон с этой же серии, очень мне нравится. Это вообще уходовые средства для тела Skin So Soft, но гель мне очень нравится, а вот от лосьона у меня когда-то была аллергия. Но от других продуктов серии Skin So Soft у меня никогда не было аллергии, ничего подобного. Так что серию я эту очень-очень люблю. Возможно, была какая-то непереносимость какого-то определенного компонента. Следующий продукт. Я взяла свой любимый лосьон Avon Naturals, вот такой вот ванильный. Очень мне нравится, потрясающий аромат, но я уже неоднократно говорила про этот лосьон, очень-очень классный. Следующие продукты. Я взяла вот такую серию, это клубника в шоколаде. Очень тоже приятный аромат. Я не пробовала, только лишь открыла и почувствовала аромат. Я думаю, мне эта серия понравится, потому что я безумно люблю как гели, так и лосьоны. Люблю их не спреи. Спреи никогда не сушат кожу. Очень-очень нравится. Так что рекомендую вам попробовать. Следующий продукт был тоже вот такой крем для рук. Почему у меня так много кремов для рук? Дело в том, что я когда-то делала заказ в компании Avon, и мне не пришел один продукт, и мой консультант сказал, выбирай на такую же сумму. Я выбрала 3 крема для рук. Так, следующие продукты это были кремы для рук Planet Spa. Вот такие первые. У меня саке и рис, если не ошибаюсь. Да, это крем для релаксации для рук и ступней. Здесь подробная инструкция этого крема, как его распределять и потом массировать нужные точки, допустим, на ногах, на руках. И следующий крем для рук с маслом ши, африканская экзотика. Тоже очень сладковатый, очень приятный. Очень я люблю эту серию, просто обожаю. И следующий продукт тоже был вот такой лосьон. Это клубника и гуава. У меня уже несколько раз была эта серия. Вот два этих продуктов. Дело в том, что я заказывала скрабы, и почему-то замес скрабов мне консультант принесла вот такие лосьоны. Я очень удивилась, хотя раньше такого не было, мой менеджер. И последний продукт с компании Avon. Мне очень нравятся пенки. Одной пенки мне хватает где-то приблизительно на месяц, может на полтора. И беру я обычно 2-3 вот таких бутылечка, и мне, в принципе, хватает. У меня с мандарином и жасмином обильная пена, хорошо увлажняет кожу и очень приятные ароматы этих пен. Так что вот такой был у меня заказик. Это был заказ с 13-го каталога. Всем приятного просмотра, всем пока, до новых встреч!